Всех мам и малышей, которых выписывают из родильных отделений региона, будут поздравлять волонтеры с медиками и вручать особые подарки. Это диски со сказками в сопровождении оркестровой музыки, подготовленные в Ханты-Мансийском центре одаренных детей Севера. Для записи текста сказок пригласили писательницу Наталью Пивоварчик. Запись под общим названием «Спокойных снов, малыш» подготовлена в рамках окружного проекта «Сохраним жизнь».